Радужная жизнь для полутора сотен малышей. В поселке Примицын Октябрьского района открылся детский сад «Радуга». После капитального ремонта, который длился 10 месяцев, учреждение полностью готово к работе. Крыша капала, но тут все текло. Потом мы решили. Потом я перешел младшую. Но когда первый день закрыли группу, я вообще подумала, что он никогда уже не откроется. Пессимистичный настрой 4-летней Ларисы Лопатиной вполне объясним. После 25 лет работы будущее детсада «Радуга» было вовсе не радужным. Второй этаж пришлось частично закрыть. Кровля пришла в негодность, вышла из строя электропроводка, потому что у нас тек потолок. Соответственно, были угрожающие здоровью санитарные нормы. На реконструкцию сада на условиях софинансирования необходимые деньги нашли. Из субсидии областного бюджета 950 тысяч рублей плюс бюджетный кредит 2 миллиона 777, около 6 миллионов рублей. И деньги района софинансирования. Полностью заменили кровлю, двери, электропроводку, да и на мир детсад смотрит новыми окнами. А капремонт второго этажа позволит дополнительно принять в «Радугу» 30 малышей. Общее число маленьких хозяев возрастет до 140 человек. Ремонт длился 10 месяцев. Это время дети провели дома и успели соскучиться по «Радуге». Когда мы сегодня узнали, что нам нужно идти в детский сад, это с 5 утра мы, наверное, собирались. Мы примеряли столько одежды и всего остального, чтобы только нам посетить наш любимый детский сад. Лариса Лопатина на правах хозяйки инспектирует владение. Ее старая группа стала почти неузнаваемой. Какие остались, такие были, этого не было. А вот на кухне-то так и было все. Для более 500 детей Октябрьского района в садиках мест пока не хватает, но проблема решается. Областная целевая программа по развитию дошкольных учреждений рассчитана на 4 года. За это время количество мест в детсадах должно вырасти на 7 тысяч. Мне будет очень приятно ходить в мой детский сад. Юлия Комкина, Владислав Ковтанюк, телеканал «7».